Йоу, дорогие друзья, всем привет, с вами Санджей, и сегодня в ролике я вам расскажу о том, что же добавит, а точнее планирует добавить в Standoff 2 в 2019 году. Итак, начнем с того, то, что есть официальный пост ВКонтакте, где про это все рассказывается, ссылочка в описании. Ну и чтобы вы про это все долго не читали, я сегодня в ролике расскажу кратко, что же будет. Итак, начнем с того, то, что вы можете легко обмениваться скином. Да, любым скином, скинами. Ну, например, вы хотите кому-то дать ножик, то вот вам скриншотик, где вы можете легко отдать скин, без всяких там заморачиваний и так далее. Следующее — это новенький интерфейсик. Да, вы можете, например, зайти на любую карту, которую хотите. И так, следующее, то, что добавит, ну, это прям, ну, очень круто, это, возможно, то, что вернут карту Зона 9. И да, она будет улучшенная. Посмотрите только на скриншотик. Также добавят новые звания, как в CSGO, то есть будут вот такие вот значки. Ну а самое главное — это рейтинговые игры. И да, их будут делать очень долго, и мы можем их ожидать в ближайшие месяцы. Ну потому что это реально огромная работа. Ну в общем, будем ждать с вами рейтинговые игры и, конечно же, в них потом поиграть. Также хочу сказать изначально то, что в рейтинговые игры мы можем поиграть в тестовом режиме. Ну а самый сок — это то, что добавит наконец-таки кланы. И да, когда будут кланы, я обязательно создам свой, где мы будем с вами играть с подписчиками на стримах и так далее. Поэтому, когда я создам свой клан, вы тоже обязательно присоединяйтесь ко мне. Будем тащить. Ну и вот это были все новости на сегодня. Также хотел сказать то, что это все концепты. Ну то есть... это авторы сделали концептом. И, в общем, надеюсь, то, что все будет так. В общем, ссылочка на пост, как говорится, в описании. Всем удачи, всем пока.